Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, портреты Птоломея II, Арсинои II, Камея Гонзага, 3 век до нашей эры, Сардоникс, 15.7 на 1.8. Камея Гонзага, названная так по имени первого владельца маркиза Гонзага, одно из самых известных и крупных в мире произведений искусства глиптики. Глиптика – это искусство резьбы на цветных полудрагоценных камнях, гемах или глифтах. В подарок Эрмитажа она была преподнесена Жозефиной Богарне, супругой Наполеона. Камея представляет собой идеализированный парный портрет обожествленных правителей, профильные изображения властителей эллинистического Египта, Птоломея II, Филадельфа, его жены, сестры Арсинои II. Вырезанные из сардоникса крайне сложного в обработке материала. Неизвестный александрийский мастер виртуозно использовал фактуры и цвет трех разных слоев камня, благодаря чему кожа героев оказывается молочно-белой, а доспехи темными. Птоломея он продает сходство с Александром Великим, показывая его красоту и твердый характер в идеальном профиле. А шлем уподобляет его богу войны Аресу. На головах супругов лавровые венки – символ славы и победы. Живопись в камне – так называют эту камею, благодаря мастерской технике обработки камня, точной моделировке и тонкому колористическому решению. Вот такое описание нашел в интернете камеи Гонзага, 3 век до нашей эры, Сардоникс. Пока-пока! До свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».